Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в налоговый кодекс, вводящие новый принцип прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Так, к двум действующим ставкам 13% для всех и 15% для россиян с доходами выше 5 миллионов в год добавляются еще 3. 18% при доходе от 5 до 20 миллионов, 20% при доходе от 20 до 50 миллионов и 22% при доходе больше 50 миллионов рублей. Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, налоговые изменения коснутся только чуть больше 3% работающих людей.